বৈগুণ্য কীটকলিত পৈশূন্য ব্রণপীড়িত দৈনার্ণবে নিমগ্ন হংসী চৈতন্য বৈদ্যমাশ্রয়ে। শিশুল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতী অ্যাকচুয়ালি টোল্ড Гаудия Гоштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что проповедь, она может быть совершена как позитивным образом, так и негативным. И вот Шрила Прабхупад сказал, что проповедь может совершаться как позитивно, так и негативно. Негативная проповедь, она очень быстра, но ее последствия не опасны. Но позитивная проповедь, она медленна, постепенно. И вот путь медленной позитивной проповеди, он не так быстр, но результаты, они гораздо более надежные. Вы можете помнить, что Агасура, Бакасура, Камса, Джарасандха, Шишупал, они все проповедники. Они проповедуют славу Кришны, но негативным образом. Но мы, Гаудии, мы заинтересованы в позитивной проповеди, то, как проповедуют Враджаваси и Гопи. Они проповедуют позитивным образом, но их проповедь, она очень медленна. И я начал говорить вот с этой шлоки. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами. Он говорит очень смиренно, поскольку вся наша гурварга, они хотят научить нас проповеди. Я сейчас постепенно подойду к главному. И вот вся наша гурварга, особенно Кришнадас Кавирадж Госвами, он говорит из всего своего сердца такие слова. Очень он с чувством смирения, Тринадапи, он говорит. И вот он говорит, что у него множество плохих качеств. И они подобны книжным червям. Если вы какую-то книгу храните долгое время, то можно заметить, что в ней червь заводится и съедает ее изнутри. И иногда случается, что такую книгу мы открываем, а ее внутри съели черви, и невозможно ничего прочитать. И Кришнадас Кавирадж Госвами, он сравнивает свои плохие качества. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит так, что у меня бесконечное число плохих качеств, подобно тому, как... черви в этой книге, что мое истинное «я», оно съедено этими плохими качествами, которые подобны книжным червям, и таким образом я потерян в этом материальном мире. Что же говорить о таком моем плачевном состоянии? Я очень падшая душа. И таким образом Кришнадас Кавирадж Госвами говорит. Вайгунно кито колито, пайшунно брано пирито.
И все такие качества, они уничтожают меня. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что если у меня есть какие-то достоинства, то такие же, как у обычных животных. И вот сейчас я пал в океан. И вот я сейчас хочу принять прибежище вот такого доктора, как Шри Чайтанья Махапрабху, который может исцелить меня от всех болезней, от всех проблем. Шри Чайтанья Махапрабху, он может решить все наши проблемы, не только сам Шри Чайтанья Махапрабху, а также любой из его спутников. Шрила Прабхупад говорит, внешне можно найти, что мой Гурудев, он не образован. Но будьте уверены, верите во мне или нет, мой Гуру, Парамхамса Гуру Дев, он может решить безупречно любую проблему, которая может быть в этих, внутри этих 14 мирах. Внешне можно видеть, что у моего Гурудева нет материального образования, но он сведущ в духовной науке. Он настолько сведущ, настолько возвышен, он достиг уровня Парамахамсы, что он может решить любую проблему. В этих 14 мирах он может дать безупречное решение. И вот Шрила Прабхупад говорит так о своем Гурудеве, что он может найти безупречное решение любой проблеме в этих 14 мирах, и это его великолепие. А что же говорить о самом Верховном Господе Шри Чайтанья Махапрабху? И вот Кришнадас Кавирадж Госвами, он хотел дать нам урок смирения. И еще я хочу сказать о том, что Шрила Прабхупад сказал, что если нет ачаруна, нашего характера, должного поведения, и если вы видите, что происходит какая-то проповедь людьми, которые не следуют тому, чему они говорят, и такая проповедь, она подобна карме. Есть на Бенгале такая пословица, что проповедь, которая, если она происходит, но те, кто проповедует, они не следуют сами тому, что они говорят, это подобно карме. И почему я хочу сказать об этом, это очень важно. Шрила Прабхупад говорит, вы можете помнить, я думаю, вы уже слышали эту шлоку много раз. И вот Кришна Варнам. Это долгая шлока, во время Гуру Пунимы я объясню ее более подробно. И вот с различных точек зрения я могу объяснить эту шлоку, но сегодня тема у нас другая. И вот я переключусь на другую тему, которая сегодняшняя. И вот и сам Шри Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, Он Верховный Господь, Свайамрупа Бхагаван. Свайамрупа Бхагаван значит, что все аватары исходят из Него. Нет причины Ему, этому Верховному Господу, Нанданандану Шри Кришне. Нет никакой причины Его возникновения. Он
поскольку Он причина всех причин. Кришна, Он изначальный источник всего. И Он Верховный Господь, не только Верховный Господь, Сваямбху Бхагаван. И вот я уже говорил, что мы должны пытаться понять Вани Сварупу, нашей Гуруваги. Те, кто вайшнавы, у них есть их превосходный даршан. Шрила Прабхупад говорил два термина. Вы можете вспомнить. Акшаджа и Атхокшаджа даршан. Шрила Прабхупад очень часто говорил об этих терминах. Первый — это Акшаджа даршан, а второй — Адхокшаджа даршан. Акшаджа даршан значит наш материальный даршан, материальное представление, материальное видение о объектах. Мы пытаемся видеть своими материальными глазами. И это зовется Акшаджа даршан, материальное видение, материальный даршан. Куда бы мы ни смотрели, мы видим материю, материю, еще раз материю. Нет ничего, кроме материи. И это наше такое слепое состояние, о котором Прохлад Махарадж в седьмой песне Бхагаватам говорит такие слова. И вот Прохлад Махарадж говорит, что слепой, он никогда не может быть ведомым другим слепцом. Они в итоге попадут в какое-то несчастье, или упадут в яму, или еще куда-то. Это очень опасно, если слепой ведет слепого. Эти слова значат на санскрите «уру» значит «пуру». «Дам» значит… И вот Прохлад Махарадж хочет говорит о том, что обусловленные души, не связанные веревкой, которая олицетворяет майей, которая подобна веревке. И эта майя, она выступает в форме трех гун материальной природы. И как мы можем надеяться, что такие люди, которые связаны майей, они могут нас вести должным образом? Может, они имеют хорошую память, помнят много чего, но мы не заинтересованы слушать какую-то сухую философию. И то, что они говорят, не имеет значения. Мы хотим услышать о прямом чувстве, то, которое я обрел от моего Гурупад Падмы, а кто мы не заинтересованы слушать какие-то безосновательные лекции, которые не дадут нам никакого блага. Мы ищем чувство осознания, того прямого осознания, которое я обрел от моего Гурудева, от моего Гурупад Падмы. И я хочу поделиться с вами этим чувством, и это зовется настоящая проповедь. Раньше, в один день, я в Пури, в Сиа Паласе, в Мадхе Шрилы Нараяны Госвами Махараджа, я говорил там, что в наставнической преемственности Радха Анугати Тринад Аписунич – это естественное, естественное качество. Я хочу объяснить это более подробно. Какое же превосходство, великолепие этих слов?
этого качества. И я в тот день уже сказал, что мы не готовы кланяться каждому. Шрила Прабхупад, я уже говорил о том, что Шрила Прабхупад говорил об Акшадже и Адхоксадже. Акшадже значит материальное видение, материальный даршан. Вы не можете видеть даму, хотя находитесь в ней, можете видеть какие-то отели непонятных людей и прочие. И прочие непотребные вещи, но когда Шрила Прабхупад и Шрила Бхактивинода Тхакур, они приходят в даму, они видят даму в ее трансцендентном свете. И одни преданные спросили у меня однажды, и вот недавно один брамачари спросил у меня, почему Джагнадас Бабаджи Махарадж пришел сюда, оставив Вриндаван. Я отвечу кратко, поскольку много было разных причин. И одна из главных причин та, что Шрила Джагнадас Бабаджи Махарадж, он получил наставление от Гуру Хари, что ты должен отправиться туда и найти место моего явления. Это была одна из главных причин того, что он пришел сюда. И о Горкишвардас Бабаджи Махараджа в Аштаке, посвященной ему, там есть такие слова, что Гордам и Вриндавандам, они не отличны друг от друга, и эти чувства, они... Гордам и Вриндавандам, они не отличны друг от друга. А даже Гордама, она более важна, поскольку Гордама, она... полна милосердия, она простит нас за наши недостатки, за наши ошибки. Гурдама, она, хотя это вся Дама Татва, это Баладев Татва, но Гурдама более милостива. Без благословения Нитянанды Баларама никто не может проповедовать по-настоящему. Я говорил о том, что в наставнической преемственности Рада Анугати, чувство Тринада Писуничина, она естественна, оно естественно, и это Тринада Писуничина Бхава, она очень важна, поскольку без нее мы не можем ожидать жизни Вайшнава. И никто не может проповедовать, не имея такое качество Тринадапи. Наша Гурвага, она проповедует, потому что у них есть это чувство Тринадапи. И суть в том, трансцендентное качество Гурудева мы можем видеть только тогда, когда мы полностью предались его лотосным стопам. Ванисваруп мы тоже сможем осознать, когда мы полностью предадимся такому садгуру. У каждого садгуру есть, может, какие-то особенности, но так или иначе можно видеть Ванисварупу нашей гурварги тогда, когда мы получим их полную милость. Поскольку они самосияющие, они самопроявлены, мы не можем познать их своими собственными усилиями. Они находятся за пределами наших осознания, наших органов чувств. Подобно тому, как солнце, если мы в 2 часа ночи захотим увидеть солнце, то, собрав все фонари, мы не сможем увидеть его. Но утром, когда солнце взойдет само, то мы сможем видеть как солнце, так и все вещи в таком виде, какие они есть, благодаря свету солнца.
и таким образом Акшаза, материальный даршан, материалисты и преданные начальному уровню, скажем так, они, у них часто нет такого тонкого, более глубинного видения. Они могут видеть только внешние вещи, материальные вещи. Однажды какой-то преданный приехал из Вриндавана, поклонился моему Гурудеву и сказал: «О, Гуру Махарадж, из Вриндавана приехал». А что, правда? Ну, хорошо. И говорит, что все, весь Вриндаван очень грязный, везде там испражнения на дорогах. Обезьяны очки воруют, даже ходить нормально нельзя. И вот после того, как он ушел, Гуру Махарадж засмеялся и сказал: «О, мой сын, смотри, он отправился во Вриндаван, и что он там видит?» И вот у нас тоже часто бывает такое видение материальных вещей, которые тут происходят. Агур Кешурдас Бабаджи Махарадж и другие такие возвышенные вайшнавы, они видят духовный Майпур, духовный Вриндаван, они видят то, что как они есть, а не внешняя оболочка. Сегодняшняя тема сегодняшней и следующих дней — качество проповедника. И вот от Акшаджа даршан — это даршан, видение вещей такими, какие они есть. Это трансцендентный даршан. И Джива Госвами Пад объясняет, что такое Адхокшаджа. И вот в этих словах Джива Госвами Пад в Сандарбе дает нам четкое представление о Адхокшаджа даршане. Адхокшаджа значит, кто такой Адхокшаджа? Адхокшаджа — это Верховный Господь. Я уже сказал, что Верховный Господь, он оставляет за собой право не быть открытым вашим органам чувств. И вайшнахари, гуру, вайшнавы и дхамма, они тоже оставляют за собой право не быть открытыми вашим органам чувств, поскольку есть Махамая и Йогамая. Махамая, она препятствует нам, чтобы мы пришли в соприкосновение с дхаммой. Но так или иначе, если мы получим милость гуру и вайшнавов, то тогда мы обретем дхамма крипу. Дхамма, она более милостива, то за что не может нас простить сам Верховный Господь. Дхамма, она может нас простить за это. И вот Верховный Господь, Supreme Lord, actually going to, you know, push the material darshan down, push, kick your material, your effort of material darshan, then Adhakshaya Vastu, Supreme Lord going to kick your effort down. Adhakshaya akshaya gyanam, akshaya material gyan, material darshan, which you can try. И вот такое материальное видение, материальное представление, которое мы получаем с помощью материальных органов чувств. Ушами мы слушаем материальные звуки, глазами видим материальные вещи, и все это. То есть мы не можем получить представление
о трансцендентном с помощью материальных органов чувств. В Чайтанья Чайтамрите в этом стихе говорится, что трансцендентное не может быть познано материальными органами чувств. И вот Акшаджа и Атхоксаджа Даршан. И вот что я хочу сказать. Шрила Прабхупад говорит в такие слова, что если мы не сможете осознать Вани Сварупу вашего Гурудева, то есть учение вашего Гурудева, то это плохо. Дикша — это долгая процедура, чтобы достичь совершенства. Например, есть нечто... И вот пример, если какой-то преданный получил совершенную милость во время дикши, это исключение, скорее всего. А во время дикши, если какая-то душа, например, во время дикши, сразу такая душа получает милость, полную милость Гурудева, это очень редко. И в Чайтанья Чайтамрите говорится, что во время дикши, если такой ученик, он полностью предается Гурудеву, то тогда дикша можно получить полную милость Гурупад Падмы. Но это очень-очень редко. И поэтому дикша больше постепенная процедура. И вот Шрила Прабхупад, он получил харинам у Бхактивинода Такура и также дал ему наставление поклоняться Курмадеву. Курмадев — это шалаграм. И не получив дикши, как бы нехорошо ему поклоняться, не имея дикши, но по указанию Шрилы Бхактивинода Такура он смог поклоняться. Через харинам мы можем обрести все, все совершенства. И вы должны осознать сварупу харинама, поскольку перед тем, как проповедовать, я говорю обо всем подробно. И сам харинам, он может дать вам все полностью. Харинам, он сам полное, законченное, совершенное. Имя Хари, оно не отлично от самого Шри Кришны. Он может даровать нам Кришну, но все же Гурвага, она дает нам дикшу, чтобы мы подготовились. И как? С помощью Гайтри. Гайтри, она может помочь нам избавиться от материальных оков, но Бхактивинода Такур, он объясняет, что иногда можно найти особый случай. Через харинам мы можем обрести все, даже вечное служение Шри Кришны, Нитья-сева. Но это редко. Иногда кто-то может достичь такого уровня, но это достаточно редко. И вот в этом в стихе говорится о том, что, может быть, мы из низкой касты, или Чандал, или Шудра, или еще кто-то. Но все же, если Харинам, он сможет явиться на наших устах, то он сразу же спасет нас. А когда? Шрила Прабхупад говорит только тогда, когда у вас есть крепкая, непоколебимая, стопроцентная вера в святое имя, в Харинам. И тогда, когда у вас есть такая непоколебимая вера в Харинам, то Харинам может дать вам все. И в этом случае Харинам, он дарует вам все. Но обычно это очень редко случается. И практически не видно. И поэтому в начале всего Гурвага дает нам Харинам, чтобы мы практиковали, осознали величие, значение Хари и его дамы, его обители. И впоследствии дается дикша, и через дикшу мы получаем осознание день за днем, и
совершенная полная дикша, мы и во время оставления нашего, то есть, будучи в этом теле, мы получаем сева, мантра дикшу, а когда оставляем это тело, то сева дикшу получаем. И как в случае с Харидас Такуром, он говорил Лакшахире, что я каждый день получаю посвящение, но сегодня я не закончил повторение моего святого имени. Ты приходи завтра. И вот Харидас Такур говорил, что я каждый день получаю посвящение от Харинама. Поскольку Харинам — это посвящение, инициация, это дикша, это долгая процедура. Без которой мы не можем прийти в соприкосновение с Намой, с Дамой. И Шрила Прабхупад говорит перед всей Гурваргой, Шрила Прабхупад говорит такие слова. Санга. Анга, что значит? Это его трансцендентное тело Шри Кришны Гауранги Махапрабху, оно не отлично от его саанга, что значит. Шрила Прабхупад объясняет это слово, что Шри Чайтанья Махапрабху, он дал нам совет, совет наставления, и во всех наставлениях, словах Шри Чайтанья Махапрабху, он не отличен от самого себя. Шабда Брахма, она не отлична от Парабрахмы. Понимаете? Шабда Брахма не отлична от Парабрахмы. И если Шри Чайтанья Махапрабху говорит какие-то слова, наставления, Чайтанья Вани, его, и звук этих слов, он не отличен от трансцендентных качеств Верховного Господа. Саанга. Упанга. Упанга значит то, что Шри Чайтанья Махапрабху дает какие-то наставления, и согласно наставлениям Шри Чайтанья Махапрабху, те, кто проповедует перед всеми обусловленными душами во всем мире, можно найти, что настоящая проповедь очень редка. И упанга значит те, кто проповедует Чайтанья Вани совершенным образом. Это упанга. Санга упанга. Упанга значит те, кто проповедует согласно наставлению Шри Чайтанья Махапрабху, они проповедуют упанги. Астра, что значит? Оружие. Оружие значит его учение. В начале Шри Чайтанья Махапрабху, когда он явился, он хотел дать нам харинам. Харе Кришна. И вот, когда он родился, когда он плакал, а когда кто-то воспевал святые имена, то он прекращал плакать. И таким образом, Господь, когда он родился, он уже начал проповедовать славу святого имени. Проповедь, она должна совершаться преданными, а Махапрабху, он сам пришел в форме преданного и проповедовал. Астра значит оружие, и что-то оно собой олицетворяет, это читание шикши, это учение читания Махапрабху, читание шикшамрита. Оно подобно оружию, через, с помощью которого можно избавиться от оков, от влияния этого материального мира. И без этого оружия, без этого как, с меча, который может разрубить оковы майи, мы не можем проповедовать, поскольку перед тем, как проповедовать, вы должны осознать то, о чем я хочу рассказать. И паршад. Что значит паршад? Астра значит паршад. А
we can cut all bondage of all. И вот и с помощью этого оружия учения Шичитания Махапрабху мы можем избавить всех от влияния материального мира, паршад, что это значит, паршад значит те, кто хотят исполнить желание сердца, воплотить в жизнь его учение. И Гурварга, те, кто спутники Верховного Господа, но смотрите, не все спутники Верховного Господа, у них есть особые качества, особые отличия. Это одно из главного, это то, что они хотят воплотить в жизнь то, что хотел сделать Шичитанья Махапрабху. Все это делается Гуранга Паршадами, его личными спутниками, вечными спутниками. И я еще хочу объяснить то, почему Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы не должны пытаться строить какие-то храмы, большие здания. И Бхактивинода Тхакур, он говорит нам, хотя Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад, он основал 64 мадха по всему миру, и мы видим, мы также видим наставление Шрилы Бхактивинода Тхакура о том, что мы не должны стремиться строить храмы, большие здания для проповеди. Хотя мы находим, что Шрила Прабхупад, он построил 64 храма во всем мире. И в Пури я тоже говорил о том, что один ученый, Срабиндру Рай его звали, и он пришел к Шриле Прабхупаде и разговаривал с ним и сказал: «О, Шрила Прабхупад, вы за такой короткий срок вы основали». В тот момент, когда он разговаривал с ним, было 50 мадхов. И вот на тот момент 50 мадхов было основано. И вот он сказал, и Шрила Прабхупад на его вопрос засмеялся: «50 мадхов, что вы говорите? Я хочу установить Гауди Мадхву в сердце каждой обусловленной души. 50 мадхов, что это?» Вот если бы я смог обрести 50 личностей, великих личностей, которые полностью посвящены Верховному Господу, и тогда для проповеди, и тогда я думал бы, что я по-настоящему удачлив. А вы говорите о 50 матках храмов, а мне нужны 50 мобильных Гауди матков. Те великие проповедники, полностью посвятившие себя душе, те, кто всегда готовы принести свою жизнь в огонь Санкиртаны, который горит в Шивасангане, и те, кто готовы принести свою жизнь в огонь Харинама Санкиртана, они настоящие проповедники, они участники Гауди Матха. Это не значит, что все проповедники и участники Гауди Матха. И вот Шрила Прабхупад хотел получить 50 мобильных Гауди Матхов, те, у кого есть совершенный характер, те, кто готовы всем сердцем принять учение Шичитанья Махапрабху полностью. И про них Шрила Прабхупад говорит: вот если было бы 50 таких личностей, я был бы больше доволен, поскольку 50 матхов — это почти ничто. И перед тем, как говорить что-либо о проповеди, о качествах проповедника, я начал с того, что Агасура, Бакасура, Тринаварта, Камса, они все проповедуют славу Кришны, но негативным образом.
и такой негативная проповедь. Почему? Они что-то делают, и из-за такого случая проповедь, она очень быстро распространяется. Вот, например, они хотят убить Кришну, а Кришна их побеждает, и слава Кришне, она распространяется быстро. А позитивная проповедь, она может быть совершена только в Раджавасе. Что вы имеете в виду под проповедью? Проповедь значит дать бхакти. Утвердить бхакти, преданность в сердцах обусловленных душ. И когда я во время Пурушоттам Враты говорил о славе Бхагаватам, я говорил о Малине, которая пела и танцевала иногда, когда она в цвету собирала цветы для гирлянды, поскольку эти гирлянды она продавала на рынке. И вот она танцевала, пела и собирала цветы одновременно. И тем временем жены брахманов Ягик Патни, они слышали, у них была возможность слышать то, что поет Малини. И таким образом они слушали то, что поет Малини, и их и вот они у нас и от слушания этих киртанов, прославляющих Кришну, они в их сердцах зародилось чувство желания встречи с Шри Кришной. И вот Малини, таким образом, она проповедник. А Удав, когда он захотел что-то проповедовать в Раджавасе, он обнаружил, что он просто глупец. Он хотел, чтобы они перестали плакать, но в этом процессе Удав, он понял, что он просто глупец. Удав, он тоже проповедник. Иначе почему бы, почему, когда Кришна, он уходил из этого материального мира, когда он готовился уйти из этого материального мира, то в то время Удав был там. Когда он плакал, искал своего Господа и увидел, что Кришна сидит под баньяновым деревом, там, подобно йоге, в такой йогической позе. И Удав подошел к Верховному Господу, и случайно там Майтрея Муни, ученик Вьясадевы, он тоже случайно пришел туда. Ну, случайно имеется в виду по воле Верховного Господа. И вот они сидели, ждали, поскольку Кришна, он собирался дать им знания о Бхагават-таттве. Чтобы обрести Бхагават-таттву вигьян, нельзя просто пойти в какую-то школу, что-то прочитать и запомнить. Нет, в шаста говорится, что такие слова. Что мы не можем знать Бхагаватам, а мы можем узнать значение Бхагаватам только от Махабхагавата, от Махабхагаваты. И вот Удав и Майтрея Муни, они ждали, пока Кришна дарует им это знание о Бхагаватам. И вот когда они, по милости Кришны, выслушали это знание, то Кришна, тогда он уже собрался уходить из этого мира. Удав, он начал плакать: «О Господь, забери меня с собой, я не могу жить без Тебя». Но Господь сказал: «Нет. Если ты любишь меня, это твоя обязанность следовать тому, что я сказал. Ты должен исполнять мои наставления». И в то время у нас есть свидетельство о том, что Кришна, он сделал Удаву великим проповедником. Разве нет? Бхагаван Шри Кришна, когда Удав плакал, что он не может его оставить, то Кришна сказал: «Ты должен жить в этом материальном мире, я хочу сделать тебя ачарьей».
тот, кто принял все и осознал всю татву Бхагаватам, поскольку такой пример приводится, если мы что-то съели и не переварили, то у нас будет рвота. И, а Удав, он не просто выслушал то, что говорил Кришна, но и понял это, осознал. И вот Бхагаван Шри Кришна дает наставление Удаве. Ты должен быть в этом материальном мире как ачарья, ты должен проповедовать, ты должен говорить о моей славе, ты должен распространять бхакти. И вот в одной сварупе ты можешь жить в Бадрикашраме, а в другой сварупе ты можешь находиться на Удав Кунде во Вриндаване. И вот почему в двух формах, почему не в одной, причина есть. Что Удав, он отправился в Бадрикашрам, совершал там аскезы, и с помощью своих аскез он дарует нам милость, как Наранараян. Наранараян — это никто иной, как сам Верховный Господь. Но в Бхагаватам говорится, что Наранараян, они совершают аскезу кальпа за кальпа, это десятки миллионов лет. Они совершают аскезы для нашего блага. Они молятся о нас и для нас, Верховному Господу. И вот как говорится в этом киртане. Но я вынужден сказать, что Удав, он великий проповедник. Почему? Вот только что я сказал, что Враджаваси, они великолепные проповедники. А почему Удав тут при чем? И вот если мы посмотрим в Сандарбхе Джива Госвами, то увидим, что чтобы получить нечто великолепное, нечто превосходное, мы должны получить общение с Враджаваси. Чтобы получить то настоящее сокровенное Враджа Расу Татва Вигьян, у нас должно быть общение с Враджаваси. Удав, он не может. Он Удав как бы не Враджаваси, но он великий проповедник. Почему? Поскольку Удав может дать бхакти нам, не Враджа Прему, но бхакти может нам дать. И в Сандарпа Джива Госвами Пад говорит, если мы хотим проповедовать, то вначале всего мы должны проверить свои качества. И если мы достойны для проповеди, тогда мы можем проповедовать, иначе нет. Я могу пример привести. Джива Госвами Пад говорит, что если мы хотим проповедовать, то мы должны принять прибежище у Вайти Бхакти. И если вы проповедуете, если вы хотите проповедовать вообще, например, ваш Гурудев одобрил вашу проповедь, либо у вас есть какие-то хорошие качества, но все же Джива Госвами Пад говорит, все равно, если вы проповедуете, вы должны принять прибежище у Видьи Марга вначале. Вы не можете проповедовать на пути Рагамарга. Рагамарг — это не вопрос проповеди. И Джива Госвами Пад говорит, что если вы собрались проповедовать, то вы должны принять помощь от Видхи Марга, и тогда вы сможете проповедовать. Иначе все другие качества, как ваша преданность. И
есть и даже Мадхьяматхикари не могут проповедовать. Я уже говорил, что Удав, он лучший из проповедников. А почему? Поскольку Удав может проповедовать и вложить сердце бхакти, преданность в сердце каждого. И еще я хочу сказать, что в прославлении Бхагаватам можно найти, что все жены Кришны, которые находились в этом материальном мире в то время, они слышали Бхагаватам от Удавы. И это была его великолепная проповедь. Смотрите, какие-то жены Кришны уже ушли из этого мира. Есть такая лила Махиши Харон, то они уже ушли из этого мира. Кришна дал наставление Арджуне, и что Арджун, мы должны вести их. Но Арджун, когда на полпути встретился с какими-то людьми, Арджуна был побежден, и этих Махиши, жен Кришны, они куда-то пропали. Это Йога-майя все организовала, и Кришну пропал. То есть это все, эти лилы, они с помощью Йога-майя совершены, поскольку Арджуна не мог быть побежден кем-то, но был побежден только с помощью Йога-майя. И вот эти лилы Махиши Хароны, уход Кришны, только Йога-майя, с помощью Йога-майи они совершились. И вот Удав, он замечательный проповедник, но когда Удав говорит перед Махиши, которые были на Удав Кунде, то с помощью той Бхагават-катхи те оставшиеся жены Кришны, они осознали расататву. И вот Шрила Прабхупад говорит: «О мой Гуру Варга, in front of all devotees, I mean disciples, our Guru Varga». И вот перед своими учениками он говорит, перед тем, как отправить их на проповедь, Шрила Прабхупад говорит: «О, моя Гуру Варга, вы всегда помните о том, что я был привлечен моим Гуру Падмой Горкишвадас Бабаджи Махараджем, а как его качеством смирения, которое описывается в Шрита Шлоке Тринада Бисуничина». Киртанья Садахари, значит, мы можем воспевать славу Кришны, но перед этим мы должны следовать этой шлоке. И вот Тринадапи Суничин. Тринадапи, значит, мы должны стать смиреннее, чем травинка. Но если мы А почему именно смиреннее, чем травинка, а не как травинка? Поскольку если просто травинка, если какие-то животные пасутся на ней, наступят на травинку, то травинка на... We should become humbler than the blade of grass, you know. You become humbler than the blade of grass, then there is no chance that some horse
травинка она распрямится. А еще такое сравнение, что если травинка все-таки так распрямилась, то эти животные, которые едят траву, они съедят. А если эта травинка так и останется, то шанс того, что эти животные съедят эту травинку, гораздо меньше. Сукая маги моиле каре пани нама вай джейжа мангве тар дей апон дхан гармавишти шахе анер корое ракшан. И вот Бхактивинода Тхакур, он в Баджан Рахасе объясняет эту шлоку, что преданный, он должен быть более терпелив, чем дерево. Почему? Поскольку деревья не просят у нас никакой воды или еще чего-то. Например, в сезон дождей, а точнее в летний сезон, деревья не просят у нас воды. Мы можем отдыхать в их тени, но они не будут досаждать нам с просьбой дать воды. И если кто-то придет сорвать листьев или цветов или плодов с них, то деревья дают это без не возмущаясь. Деревья не будут спорить с нами, что зачем вы это берете. Деревья просто дают то, что у них есть. И вот, несмотря на то, что они ничего не просят, и даже если срубим дерево, то есть если какой-то человек будет рубить ветки дерева, то потом, если этот же человек пойдет отдыхать под тенью этого же дерева, то это дерево не будет возмущаться, что вот недавно вы меня рубили, мои ветки сейчас под моей тенью отдыхаете, имейте совесть. Дерево не будет так говорить. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он поясняет эту шлоку. И следующее, Аманина Манадена, значит, что мы не заинтересованы в каком-то уважении, почете, славе. То уважение, почет и слава, которое приходит к нам, оно не должно задевать нас. Шрила Прабхупад говорит, что если мы не заинтересованы в вайшнава пратишче, если мы не оказываем должное почтение вайшнава пратишче, то тогда мы попадем в ад. Раврав значит ад. И если мы не будем выражать почтение вайшнава пратишчи, то будьте уверены, что попадете в ад. Почему? Поскольку вайшнава пратишчи — это нечто великолепное. Как мы знаем, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, у него есть вайшнава пратишчи и Кешава Госвами Махарадж. А как мы можем это осознать? У вайшнавы пратишти есть некое великолепие. Вайшнавы пратишти, она не задевает нас. И как осознать, что у кого-то есть это вайшнавы пратишти, а у кого-то нет? Вайшнавы пратишти значит, когда мы станем совершенным вайшнавом, когда мы станем совершенным вайшнавом, я имею в виду, когда вы будете следовать вашему Парамахамсу Гурудеву полностью. Я уже говорил, Шрила Прабхупад говорил таким образом, что служить моему Парамахамсу Гурупадпадме, если мне понадобится отправиться в ад, то я готов. Но все же я не оставлю служение моему Гурудеву. И это должно быть наше настроение. Вы можете помнить, однажды я говорил о Куреше. Куреш, он один из главных ученик Рамануджачари. Рамануджачари, он главный проповедник, то есть один главный ученик Рамануджачари, это Куреш. И я говорил уже, что однажды он
переоделся в одежду Рамануджачари и пошел к Кримиканте. Это был такой опасный царь, он был шайвом, он Шиве поклонялся, он хотел проповедовать культ Шивы, и он боялся, что Рамануджачари, он победит его в... И чтобы Рамануджачари не мешал ему проповедовать, они хотели убить его. И вот какие-то, он послал какие-то хулиганов. Эти хулиганы спрашивают, где, что там Рамануджачари вас Кримиканта зовет. Пойдемте, если не пойдете, мы силой вас увидим. И вот Куреш, он испугался за Гурудева и решил сам представиться Рамануджачари, сказал, что я Рамануджачари, ну тогда пойдем с нами. И вот он пошел с ними в форме Рамануджачари. В тот момент Куришин был брамачарья, а не саньяси, но он переоделся в саньяси. И вот там Кримиканта сидел, и вот они спорили, и Куреш, он переспорил, разбил все аргументы этого пандита, ихнего пандита в этой Шайва Сампрадае. И так он был побежден, и Кримиканта, он уже не знал, что, точнее, его цель была такова, что если вы побеждены, то есть они договорились о том, что если кто-то побеждает, то побежденная сторона должна принять прибежище у победителя. Но этот Кримиканта был очень опасен, и он решил выколоть глаза. Этому Курешу за то, что он победил, и вот они поймали его, выкололи ему глаза, и он был весь в крови, и выгнали его на улицу, и тогда Куреш, он взывал Гурудеву, и так как-то добрался до того места. С помощью одного брамана он достиг того места, где был Рамануджачари. Рамануджачари, он заплакал, увидя, что случилось. Он рассказал, и Рамануджачари сказал, что ты лучший ученик. А кто такой ученик? Ученик — это тот, кто готов всю свою жизнь принести жертву своему Гурудеву. И такой уникальный пример был подан нам Шилой Кешавой Госвами Махараджем. И по милости Рамануджачари перед Бхаратраджем, он сказал, что по милости Бхаратраджа очень скоро Куреш, он обрел божественные глаза, Дивья Чакшу, такое божественное видение. И его глаза также восстановились. Что такое Дивья Чакшу? В Махабхарате описывается Санджай, он был в... Он не был на поле боя Курукшетра, но он мог видеть, что там происходит. И он и Гавалгамуни. Этот Санджай, он сын Гавалгамуни. И вот Гавалгамуни, по милости Вьясадевы, этот Санджай, он получил такое божественное видение. Он мог видеть все, что происходило на поле боя Курукшетры. И не только это, даже тогда, когда Бхагаван Шри Кришна, он
явил свою Вишварупу, Вишвамурти Арджуне, то тогда Арджун, он видел это Вишвамурти, и Санджай, он мог видеть это Вишвамурти. А почему? Это по милости Вьясадева. У него были такие божественные духовные глаза. А материальными глазами мы можем видеть только материальные глаза, если у нас материальные вещи. Если у нас есть духовное трансцендентное видение, то, соответственно, мы можем видеть такое духовное, трансцендентное. И вот Горкишордас Бабаджи Махараджи внешне, он практически слеп, но духовным видением, духовным зрением он может видеть все. Однажды около двух часов ночи, когда Горги шел, когда Шрила Прабхупада где-то совершал баджан, то Горги Шрила Бабаджи Махарадж пришел в читание мат. Это было ночью, в 2 часа ночи. Шрила Прабхупада спросил: «Как вы сюда пришли? Кто помог вам переплыть реку? Так опасно здесь. Это практически лес, все вокруг, один лес». А Горги Шрилдас Бабаджи Махарадж, он ничего не сказал, только усмехнулся. И тогда Шрила Прабхупада осознал, что это был сам Шри Чайтанья Махапрабху, сам Гуранга. Он помог ему пересечь реку и добраться до туда. Это очень далеко было, где этот Хула Гад был, и до Чайтанья Матха это далеко идти, тем более в то время лес был, там джунгли. И я хочу вам сказать, что если вы хотите проповедовать, у вас должно быть духовное видение, духовное зрение, иначе вы не сможете проповедовать. И вот сейчас Шрила Прабхупад говорит: «О, моя Гуру Варга, смотрите, я Я привлекся моим Гурудевом. А как? Потому что мой Гурудев, он показал мне свои четыре качества, Тринадапи, вот эти. Вот Махарадж перечисляет: Тринадапи Сунечина. Это первое, потом Аманина Манадена, никакая пратишка, никакая слава, уважение и почет, оно не могло затронуть его сердце. И что такое вайшнави пратишка? Это когда вы стали совершенным вайшнавом и вы утвердились в положении вайшнава Рамананда Прабху. Махапрабху, они обсуждали, говорили на берегу Годавари. Это в Рамананда Савад происходил тогда. И вот на берегу реки Годавари в то время Махапрабху спрашивал у Рай Рамананды: «О, Рай Рамананда, какая пратишка, она лучшая». И Рай Рамананда сказал: «О, Прабху, тот, кто известен как вайшнав, и эта слава, она лучшая». То есть, если человек какое-то материальное положение занял, стал царем какого-то царства, то эта слава, она не столь хороша. И в то время Шри Чайтанья Махапрабху хотел сказать, доказать Рамананде, поскольку Рамананда отвечал на вопросы Махапрабху. И вот Рай Рамананда сказал, что ты на самом деле говоришь, я просто инструмент в твоих руках. И Рай Махашой сказал: кто тот, кто известен как чистый вайшнав, он, и его слава, она лучше всего. Vaishnava padam amananti. We also Shankar Brahma is saying, we like to finally, you know, get this seat
chair of Vaishnava Pratishtha. So you understand what is Vaishnava Pratishtha? И вот Вайшнава Пратишта значит любая Пратишта, слава, почет, уважение, которое приходит к вам, но если она не затрагивает ваше сердце не оскверняется вот, его почета, уважения и славы. Вот канака значит богатство, ками значит йошица. Ну то есть если все, что приходит к нам, оно не затрагивает нашего сердца, то в этом случае можно сказать о таком, такой личности, что она есть совершенный вайшнав. So write this, you know, like mathematics, Actually, Prabhupada wanted to prove that if you cannot become a perfect Vaishnava, хотел доказать, что если мы не сможем стать совершенным вайшнавом, то в один из дней мы можем пасть. И мы должны утвердиться в положении вайшнава, и тогда любая прочистка, которая приходит в нашу жизнь, она не будет задевать наше сердце. Все вайшнавы, они получают вайшнава пратишту. Эта вайшнава пратишта, она не задевает их сердце, поскольку они все уважение, все, весь почет, всю славу они передают своему Гурудеву. И так она по наставническим преемственности, она доходит до лотосных стоп Шримати Радхарани. Либо Нитянанда Баларама. И это определение вайшнава пратишти. И Чайтанья Махапрабху хотел доказать, что вайшнав, такое положение, звание вайшнава, оно наивысшее. Рамананда говорит Махапрабху: «О Прабху, кто известен как настоящий вайшнав?» И те, кто проповедует, я приведу пример с Нилачал Лилы Шичитани Махапрабху. И вот те, кто приходили в Пури, они останавливались у Баджан Кутери Шилы Харидас Такура, и они думали, что мы недостаточно чисты, чтобы находиться, и вот это говорит про Рупу и Санатану, говорится, что они не считали себя достойными жить рядом с спутником Махапрабху, и поэтому они жили рядом с Харидас Такуром. И вот они говорили, что вы очень удачливы, вы Рупа, Санатана и Джива, вы получили великую милость от Шичитани Махапрабху, поскольку Махапрабху дал вам наставление всем, что вы должны обнаружить, открыть и места лил Шичитани Махапрабху, и также он дал вам служение составить вайшнава смрити, описать расататву и прочее, и вы очень удачливы. А Санатана Госвами говорит: нет, ты самый удачливый из всех нас. Почему? Поскольку ты знаешь, что Харинам, он больше, чем сам Шри Хари. Харинам, он больше, чем Хари. И поэтому Хануманджи, он писал имена Рамы на больших камнях и кидал их в океан, и
эти камни, они плавали. И таким образом, имя Харинам, оно больше, чем Хари. И Харидас Такур, он Намачарья. Харидас Такур, он Намачарья. Сочетание Махапрабху, он сам сказал, что ты Намачарья, ты совершаешь, воспеваешь святое имя, день и ночь воспеваешь слово Харинама, и ты Намачарья. И Санатан Госвами говорит, что ты самый удачливый среди всех спутников. Шри Чайтанья Махапрабху, ты самый удачливый, поскольку имя Господа больше, чем сам Господь, и ты день и ночь повторяешь эти святые имена и являешь собой пример того, как их нужно повторять. И Санатан Госвами еще сказал следующее, что кто-то следует какому-то вайшнавскому этикету, делает все как следует, совершает баджан, но они не проповедуют. Они только совершают баджан совершенным образом и не проповедуют. Ачар у них совершенный, поскольку я уже сказал, без ачарана, без должного характера наша проповедь — это часть кармы. И те, кто проповедует, не имея не имея должного поведения, они не проповедники, а просто карме. И Санатан Госвами говорит Харидас Такуру, что кто-то может только проповедовать, они не следуют тому, о чем они говорят, ачарана нет у них, а кто-то только проповедует, но... то есть кто-то только все делает, но не проповедует, это но есть кто проповедует, но сам не следует тому, что проповедует, а ты делаешь все вместе, ты живешь совершенной жизнью и проповедуешь. И поэтому Чинтамани, проститутка, она смогла изменить свою жизнь из-за твоих святых качеств. И Харидас Такур, он явил эти качества Тринадапи. Харидас Такур, он воспевал святые имена. Он был более смирен, чем травинка. И он более терпелив, чем дерево. И он воспевал Харинам, и он пролил свою милость на эту Лакхахиру, и она три дня, слушая те святые имена, которые он повторял, она изменила свое сердце. И вот он один день говорил, что завтра приходи, потом опять завтра, и опять завтра. И что сегодня я не смог повторить обетованное число святых имен. Он повторял 10 миллионов святых имен за месяц, и вот извиняюсь, вот сегодня не успел, завтра наверняка успею. И вот третий день она пришла, слушала Харинам. Зачем я говорю об этом? Чтобы показать качество проповедника. И вот Харидас Такур, он повторил Харинам. Вы можете думать, что Харидас Такур в Америку, если не ездил на проповедь, то какой он проповедник тогда? Но Махапрабху говорил о нем, что те живые существа, даже камни и деревья, они все получают и блага от
слушание того, как Харидас Такур воспевал святые имена, поскольку это звук, он достигал этих всех живых существ. И Махапрабху, когда спросил у Харидаса: «О, Харидас, ты воспеваешь славу Харинама, но я удивляюсь, как это возможно, что...» я думаю о том, как холмы, камни и деревья, как они обретут благо. А Харидас Такур сказал, что: «О Господь, не беспокойся, когда ты воспеваешь святые имена, то этот звук, который распространяется, звук святых имен, когда ты все существа, которые находятся в округе, они все обретают благо». И Харидас Такур говорит, сказал: «О Господь, когда ты воспеваешь святые имена, то весь звук, который распространяется здесь, то они обретают благо». Вы знаете, Шичитани Махапрабху, он великий проповедник, даже тигры и... тигры и львы, они повторяли Харинам. И вот история про Расикананду, когда на него натравили сумасшедшего слона, то Расикананда сказал ему, что ты сколько жизни уже рождаешься и умираешь, остановись. И этот слон остановился, и Расикананда дал ему святое имя, этому слону. Он повторил имя Махамантру в его ухо, и так слон получил посвящение и служил всю свою оставшуюся жизнь вайшнавам. Этот слон, он сразу получил посвящение от Расикананды. А и до последнего момента своей жизни он служил Гуру Вайшнавам. Это не история, можно изучить в Миднапуре. Это очень известный случай, все знают его, что слон так стал преданным Расикананду. Почему он смог это сделать? Почему он смог вложить бхакти в сердце этого слона? Поскольку у него у самого было бхакти, и этот слон был сумасшедший, но потом он стал таким, как сказать, слоном джентльменом, очень таким. Ну, в общем, служил вайшнавам всю оставшуюся жизнь, если не было дров, он шел в лес за дровами, если не было зерна, то куда-то шел, брал зерно у кого-то, а кто ж слону что-то там скажет. Наоборот, давали, что он с собой Ганеша олицетворяет слон, поэтому ему давали то, что он брал, и радовались только, что сам Ганеш пришел и взял в качестве пожертвования что-то. И вот что значит проповедь. Проповедь значит, что у вас должна быть сила вложить бхакти в сердца обусловленных душ. Я приводил пример в Пуршоттам Дам. Я думаю о том, как это возможно было для обычных людей плакать, когда они слышали киртан, который пел Наротама Такур. И вот те люди, которые приходили в храм, где сидел Наротама Такур, он играл на караталах и пел, и плакал. И тысячи людей, которые слушали его киртан, они не понимали язык,
Нарутама Такура не плакали, несмотря на то, что они не знали языка, но они чувствовали то чувство, с которым он пел этот киртан. И вот что в том киртане пелось о славе Гуранги. И вот сейчас я вернусь к тому, что хотел сказать нам Шрила Прабхупад. И вот Шрила Прабхупад говорил, что вы все моя Гурвага, у меня есть просьба к вам, пожалуйста, слушайте меня внимательно. Я был привлечен моим Гуру Падмой из-за... его прекрасных качеств. Тринада Писунич и Харидас Такур, он для нас там прямо... То есть не каждый может проповедовать какой-то проститутке, но Харидас Такур, он мог это сделать, и этот трансцендентный звук, он... Эта проститутка слушала святые имена, и она... Ее сердце изменилось. И через санкиртан, через настоящий санкиртан мы можем очистить наше сердце. И сейчас это Лакхахира. Она три дня слушала святые имена, которые повторял Харидас Такур, и ее сердце очистилось. И тогда Харидас Такур сказал: «Я знаю, почему ты пришла ко мне, но все же, чтобы спасти тебя, я был вынужден находиться здесь, чтобы спасти тебя, что правда». И это Лакхахира, она рассказала, что кто заказал ей это сделать, рассказала про Рамачандра Кхана. И вот ты сейчас спасена, повторяя Трилака Харинама, и служи этой Туласи Севшай Парикраму, поливай ее и служи ей, и воспевай святые имена перед ней, и ты станешь успешной. И сейчас я ухожу. И вот Харидас Такур, он ушел из этого места. И вот разве не лучший проповедник? Харидас Такур, он лучший проповедник, поскольку, смотрите, эта проститутка, она была привлечена полностью его святыми качествами. И какими качествами? Есть четыре главных. У вайшнава может быть бесконечное число качеств, но четыре главных особых качества, о которых говорит Шрила Прабхупад. И вот это... Лакхахира, она... была привлечена и очарована этими качествами, то, что Харидас Такур, вот, а еще может быть такое непонимание возникнуть, что смирение значит человек, как сказать, бессиленный, поэтому он являет смирение такое. Но нет, это не так. То есть смирение — это не от того, что у нас нет никакой силы, поскольку это чувство Тринадапи, оно может сделать нас подобными огню. Хотя внешне это может выглядеть не так, но это так. И вот как Харидас Такур
Мусульмане били его на 22 базарных площадях, но Харидас Такур не потерял своего терпения. Более смиренным, чем травинка, и более терпеливым, чем дерево. Эти качества не полностью применимы в жизни Харидас Такура, поскольку если на одном рынке даже и забьют кого-то, то он уже умрет. А Харидас Такуру, он на 22 базарных площадях подвергался такому наказанию и молился за своих палачей, что они не ведают, что творят, чтобы Господь помиловал их. Гуру Вайшнава не могут давать нам блага. И Харидас Такур с этими четырьмя качествами, под влиянием этих качеств, это Лакшашира, она была привлечена и изменилась. Шрила Прабхупад говорит, мой Гурупад Падма привлек меня подобно магниту этими четырьмя качествами. И Шрила Прабхупад сказал, как только я достиг лотосных стоп моего Гурудева, он привлек меня подобно магниту этими четырьмя качествами. Он был достаточно милостив, чтобы показать мне свои эти качества, о которых говорил Шриман Махапрабху. Он хотел доказать мне, как будто он ничто. Это Шрила Прабхупад говорит о Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджи. Даже полубоги, они не освобождены от влияния ложного эго. А если они были бы свободны от ложного эго, то зачем так много проблем создавать нам? У них нет ни у какого полубога, нету ни смирения, а о Шанкар Бхагаване говорится. Но вот 5 числа будет, я буду говорить о Шивататве, будет Шиваратри. И только о нем говорятся такие слова. Только у Шанкары говорятся такие слова, ни о каких других полубогах не говорят, не говорится о том, что у них есть смирение. Может, вы слышали о случае, который в Катха Упанишад приводится, чтобы проверить Индру Парабрахму. Он в форме якши пришел к дверям сварги, и кто-то пришел к Индре и говорят, что какое-то создание пришло к сварге, к воротам сварги, а кто? Ну, не знаю, пойдите спросите. Варуна пришел, Павандев пришел, сначала Павандев пришел и спрашивает, ты кто? А он ответил, а ты кто? Ну, я Павандев, как, а ты кто такой Павандев? Ты что, не знаешь, кто такой Павандев? Не знаю, кто такой. Что? Я подобен, я бог ветра, я могу своим могуществом сдуть все что угодно, что правда. Вот у меня есть соломинка, попробуй, сдуй ее. И тогда он со всей своей силы, этот Павандев, он послал ветер, но ни на миллиметр не смог сдвинуть эту травинку, не просто сдуть, а даже сдвинуть на миллиметр не смог.
А что случилось? Первый раз в жизни такое. И вот он вернулся к Индии и говорит, рассказывает, кто такой. Ну, я пошел спрашивать, кто такой. Он ответил, спросил, кто я. Я представился, спросил у меня, что ты сможешь делать. Я сказал, что могу с помощью ветра уничтожить все. Он попросил меня сдуть травинку, но я не смог ничего сделать. И Индра послал Варуна. Варун, ты самый могущественный, иди узнай, кто он такой и что случилось. Варундев пришел и спрашивает, кто ты? А ты кто? Я Варундев. С силой воды я могу затопить и уничтожить весь мир, что правда? Ну вот травинка лежит, попробуй сдвинь ее своей силой воды, раз ты такой могущественный. И он не смог ничего сделать и пошел к Индре жаловаться, что первый раз в жизни такое случается, что я не мог определить, кто он. Он также спросил меня, ответил мне вопросом на вопрос, кто такой я. Спросил о моей силе, я не смог ничего сделать, и послали Агнидева, чтобы он узнал, кто он такой. И Агни, когда пришел, спросил опять, та же самая история, что я могу сжечь все, я бог, полубог огня, меня боятся все. Ну попробую соломинку сжечь, и Агнидев, он не смог сжечь соломинку, он провалил это задание, и Индре уже надоело. Он пошел сам проверять, кто там пришел. Давай я сам пойду. И Индра, когда пришел в то место, этот Якша, этот Пурна Брахма в форме Якши пропал. И где же это Якша, как пропал? Куда пропал? И Ума Деви Вишудха явилась в Хаймавати. О, Индра, кто, где? Что ты ищешь? Якша тут, какое-то творение тут ходило. Он Парабрахма, да, Парабрахма, да, он Парабрахма явился в форме Якши, чтобы проверить тебя. Ты очень горд. Ты сражаешься с полубогами, и те полубоги, они сражаются с демонами и думают, что они победители. И они возгордили свои силы, и чтобы доказать, что у вас нет никакой силы, Парабрахма, он явился в этой форме. Не гордитесь тем, что у вас есть какая-то сила. Эта сила дана вам Парабрахмой. И только по милости Парабрахмы вы победили Асура. Кришна уже доказал это, когда Арджун говорил Юдхиштхире Махараджи, о царь, почему ты плачешь, о царь? Все потеряно, что потеряно? Ты так могуществен, да. Но этот лук и стрелы со мной, и Арджун В общем, Кришна, Арджун плакал о том, что он, моя сила куда-то ушла, я не смог победить этих лесных жителей. Лук со мной, я здесь, мое искусство со мной, но сила куда-то ушла, и силу Кришна забрал, я не мог победить этих лесных жителей.
И этот случай из Катха Упанишад, мы знаем то, что все полубоги, они полны ложного эго. Все полубоги много раз совершают ошибки, оскорбляют кого-то. Брихаспати, вот, например, Девагуру, и так много случаев. И вот ложное эго, если оно есть у нас, то мы не должны проповедовать. Каништха Адхикари, он не может проповедовать Мадьям Адхикари, если настоящий Мадьям Адхикари проповедует у них, если есть какой-то качество, у Мадьям Адхикари должное качество, то тогда они могут проповедовать только Мадьям Адхикари. И вот Шрила Прабхупада говорил, что я был привлечен моим Гурудевом, поскольку мой Гурудев, он показал мне свои четыре божественные качества. Тринадапития, кто смиренные, это не значит, что они слабые. Но это не так, они очень могущественны, внутри их огромная духовная сила, они могут сделать все, что угодно. Они очень могущественны, с помощью своего могущества они могут сделать все. Не того, чтобы не мог бы сделать Вайшнав, если бы Харидас такого захотел уничтожить этот мир или сотворить новый мир. Мог бы он это сделать. Я могу дать вам напомнить вам, когда Махапрабху хотел отправиться во Вриндаван, то Нарисимхананда Брамачари сидел на асане и повторил Харинам, медитировал на лотосные стопы Верховного Господа и в уме. And flower gardens and road and without any trouble, so that Prabhu can go without any trouble. No stone. В уме создавал дороги, по которым шел Махапрабху во Вриндаван, и чтобы Махапрабху шел по дорогам, усыпанным цветами. И вот Нарисимхананда сказал, что «А вот сейчас я уверен, что Махапрабху не пойдет во Вриндаван». А почему? Поскольку мой ум не продвигается дальше, только до Канай-Надшалы он дойдет и все. Мой ум дальше не может ему дорогу прокладывать, и поэтому я уверен, что во Вриндаван он не пойдет. И вот Махапрабху так дошел до Канай-Надшалы и вернулся назад в Бенгал. И таким образом Вайшнав, он может делать все с помощью силы святого имени. Можно думать, что он Вайшнавы слабы, но это далеко не так. Вайшнавы, они самые могущественные. Они настолько могущественны, что нельзя выстоять перед их могуществом. В шастах у Вайшнавах говорится, вот эти слова говорятся. Бонди значит огонь, на санскрите, на бенгале сурья значит солнце. То есть в этой шлоке говорится, что не нужно шутить с вайшнавами. Лучше, если вы будете играть, шутить с огнем, солнцем. Но никогда не шутите с брахманами и вайшнавами. Поскольку они самые могущественные. И вот Шрила Прабхупада, он молится, о,
я был удивлен, видя эти божественные качества моего Парамхамса, Группадпадме, Гуркишода с Бамаджи Махараджи, и Чайтанья Махапрабху дал мне наставление, и я даю вам эти наставления согласно наставлениям моего Гурудева, и я хочу утвердиться в Татве, в Тринадапи, и я говорю вам об учении моего Гурудева, и вы должны следовать ему, его учению. И вначале мы должны обрести качество Тринадапи Суничина и Таро Ива Асахишнана, и никогда не пытаться обрести славу, почести. И тогда, если у нас не будет стремления к славе, почету и уважению, то только тогда мы сможем проповедовать. И тогда мы сможем проповедовать, если у нас не будет ни капли желания славы и почести. Все, что мы делаем, мы должны делать для полного удовлетворения Верховного Господа. Моя харикатха — это не моя харикатха, это не инструмент для того, чтобы получить славу и уважение. Моя харикатха это не для, она не для сбора денег и почета с вас. Моя харикатха это служение моей гуруварге. Моя харикатха значит, если я говорю харикатху, это значит, что я слуга слуги слуги моего Гурупадпадмы. Это таково мое настроение. Поверьте мне, моя харикатха, я говорю не для того, чтобы собирать славу, почет и уважение. Я пытаюсь исполнить желание Шри Чайтаньи Махапрабху. Я хочу исполнить наказание, указание. Я хочу исполнить указание моего Гурупадпадмы. Я могу открыть вам свое сердце и показать, что там внутри. Только Господь, как у Ханумана, Господь Рама только, и все. Рам, мы, значит, Баларам. Если Господь Рама или Баларама в нашем сердце, то Камы вожделение не может быть. Иначе, если оно есть, то не проповедуйте. А почему? Я следующий день объясню негативную проповедь. Шрила Прабхупад дает такие наставления тем, кто хочет проповедовать сегодня. Времени мало, если есть какие-то вопросы, можно спросить. If you have any kind of if you have any question, no? Any question? One by one you can say. One Mahabhagavatu medium. So and preacher who can become a great preacher, who can come out successful, who cannot come out successful, who can fall down if you forcefully go for preaching. I can explain one by one, with illustration. But on fifth, Shiva Tattva, and on seventh, Madhugosi Maharaj, and after that I can try.